вы мечтаете, мы превратим в память. В чем дело? Генеральная полиция! Это какая-то ошибка, я просто клиент. Я играю человека, который не знает, кто он такой. Какие-то парни преследуют его и хотят убить. Непонятно, кому доверять. Ему страшно, он в каком-то подвешенном состоянии. Так что у нас получился очень напряженный фильм. Друг, тебя на самом деле здесь нет. Ты на сеансе в салоне «Вспомнить все», подключен к аппаратуре. Он лжет! Убей ее! Это не иллюзия! Давай же, стреляй! Оригинал, который мне, кстати, нравится, был довольно смешной, до абсурда, согласитесь. Там много построено на абсурде. Да, это была комедия. Да-да, именно. А наша картина более прямолинейная, что ли, серьезная. На самом деле, это драма, которая разворачивается на фоне какого-то нового мира посреди схваток и сражений. Согласитесь, это очень амбициозно сделать из такого проекта настоящую драму. Держи. А сейчас сюрприз. У вас в фильме две восхитительные партнерши, Кейт Бекинсейл и Джессика Бил. Как вам работалось с двумя такими красотками? Ну, я, конечно, хвост распушил. Да, мне очень понравилось играть с Джессикой и Кейт. Ой, играть, что за слово? Ну ладно, знаете, это было легко. Много смеха, много пропущенных ударов. Я был в салоне, вспомнить все. Что? Я всех там убил. Что бы ни случилось, мы прорвемся. Все будет хорошо. Орик, это что? Я так задохнусь? С ума сошла! Смотри, твою мать! Свою работу. Они такие сильные женщины, я имею в виду физически, обе в такой хорошей форме. Кейт и Джессика очень серьезно собой занимаются. Трудновато было целовать жену режиссера. Такая небольшая неловкость была на съемочной площадке, но куда деваться, такая работа. А наша семья? По-моему, из меня вышла образцовая жена. Первый день съемок мы с Колином целовались, во второй дрались. Работа была очень напряженной, сами понимаете. Колин самый лучший партнер, которого только можно было желать. Очень умный, по-настоящему крутой. Он весь полон идей, довольно рискованных. Как человек он очень милый, ко всем добр, внимателен. Я с ним на все готова. А что вы думаете о фильме «Вспомнить все» 90-го года? Насколько похожи эти две картины? Ну, поскольку это все-таки ремейк, то, конечно, они похожи. Сама история почти та же. Но я думаю, в мире первого фильма есть некая неправдоподобность. Но кто поверит, что Шэрон Стоун может победить Арнольда Шварценеггера? А Колин все-таки более, скажем, миниатюрный, чем Арнольд. А мы с Джессикой. Понимаете, мы все трое примерно одинаковые. В принципе, есть вероятность, что я-то Колина могла бы уделать. А как можно победить огромного культуриста? Такие детали делают наш фильм более реалистичным. Залезай. Я тебя везде искала. Это моя жена. Ты женат? Да, но уже подаю на развод. Теперь в разводе. Лен Уайзман, режиссер, еще и ваш супруг. Что скажете о нем как коллега? Он по-настоящему любит актеров. Он абсолютно погружен в проект. Он как ходячая энциклопедия по всем вопросам. И ты чувствуешь, что можешь довериться ему. Каждому найдет подход. Ну что сказать, он правда очень хороший человек. А ваши советы принимает? Да, иногда. Но не подумайте, что я режиссирую кино за его спиной. Совсем нет. У меня бы так и не получилось. Если я не я, то кто же я? Если я, это не я.